таких машинах. Кто-то уже расположился, кто-то уже торгует. Но мне кажется, что в четверг цены немного выше. Вот, друзья, например, вот так вот они подъезжают и разгружают все свои товары. Посмотрим, что у них там. У них уже пусто. Очень много машин, потому что фермеры к четверг вечером приезжают и разгружают все свои товары, овощи, фрукты. В общем, ставят палатки. Вот пример того, как же они ставят палатки. Такие вот огромные машины с пустыми корзинами, а товар уже на прилавках. Вот так вот ставят зонты. Рынок уже открылся, как я вижу. Машин не так много. Но, например, если мы пройдем в сторону, в ту сторону, где продают масло, сыр и оливки, какие-то специи, вы видите, вот таким вот образом распаковывают все товары на рынке. Здесь еще мало стендов и палаток. Кое-кто приехал, уже торгует. А кое-кто еще только распаковывает все свои вкусняшки и начинает уже торговать. В общем, друзья, вот таким вот образом происходит распаковка товара. На больших грузовиках привозят фрукты, овощи из разных регионов. Здесь у нас что? Здесь у нас грейпфрут. О, что бизель? Нерден? Видите, грейпфрукты привезли из Аданы. Очень вкусный, классный. Все, друзья, настало время свежевыжатого сока. Я обязательно завтра вот эти вот вкуснящие, вкусняцкие грейпфрукты. Ой, такие огромные. Некодаш? Да. 4 лиры. Огромные грейпфрукты. Супер. Так, идем дальше. И смотрим. Ну, в центре рынка уже все практически распаковано. И народ торгует, а покупатели покупают. В общем, друзья, вот так вот выглядит рынок в четверг. А теперь переносимся в пятницу и смотрим ассортимент, цены и вообще все, что есть на рынке. А самое главное, почем черешня. Ну что, дорогие друзья, уже пятница, 18 мая. Мы с Шахмирой идем на рынок. И еще кое-куда. И покажем вам, что есть вкусного на рынке. Есть ли черешня, почем, арбузы, дыни, клубничка. Всем желаем хорошего просмотра. Привет. Привет. В общем, идем на рынок, показываем. Да, учите все турецки. Показываем вам цены и что есть вкусного. Мы заходим на рынок со стороны магазина Green Body. Вот здесь вот есть такие всякие интересные приспособления для обработки земли. Конечно же, продают шаровары. Шаровары мужские, цветочки. И здесь начинается все самое вкусное. Друзья, если вы хотите знать, сколько градусов, я вам не скажу. Я просто скажу, что очень-очень жарко. Черешня. Первая черешня, которая нам встретилась, 10 лир. Лира 50. Апельсины. Много разной травы, перца, бобовые, 4 лиры, фасоль, бананы. Как ни странно, бананы в Алании намного дороже, чем те же самые бананы, но в Москве или где-то в России. Все самое вкусное везут от нас, а нам остается все самое дорогое. Очень жарко. Солнце жарит настолько, я не представляю, насколько жарко находиться на пляже. Ну вот. Вот он сам рынок. Помидоры 2,50. Абрикосы 2,50.
черешни 5 лир, друзья, цены упали очень сильно. Дыня килограмм 2,350. Клубника по 6, бананы по 6, но клубничка уже отходит. Клубники уже очень мало. Также покажу вам цены на сухофрукты. Средняя цена за килограмм 20 лир, 25 лир. Ну и, конечно же, много разных специй. Идем дальше. Вот это вот зеленая алыча, очень любят ее кушать в Алании. Стоит она 3 лиры. 3 лиры килограмм, и обычно ее едят с солью. Яблоки. Вкусные сочные яблоки по 3 лиры. Эрик 5 лир. Чеснок 6 лир. В этот раз много здесь сухофруктов, сладостей. Очень, кстати, я люблю вот такие вот сушеные всякие разные фрукты. Особенно киви и помело. Очень вкусно. Много появилось черешни, даже кокосы. Хиндистан дживизнека, да? А? 8 лир. Ананас. Ананас 10 лир. И вот такая вот черешня по 6 лир. Клубника 10 лир и 8. Наверное, последняя клубничка уже подорожала. Чилек дахапагалу, да? Ага, он лира. Он дебеш лира. Персики 5 лир. И вот такая вот тоже крупная черешня 10 лир. В общем, цены совершенно разные, но где-то есть по 5 лир, где-то есть по 10. Нектарины. Вот это наши самые любимые, это нектарины. Нектарины стоят 5 лир. Опять эрик 5 лир. И черешня 7 лир. Мы вчера с Айханом уже, кстати, купили. Очень было вкусное. Абрикосы по 3 лиры. Но они зеленые. Нектарины 4 лиры. Абрикосы 3 лиры. Но для абрикосов еще. Да хайркен кайсы чиндильны. У нас чок шейдил. А танки. Вот клубника. Вся разная трава, капуста по лире по 2,50. И вкусная клубничка. Прям очень пахнет. Стоит 5 лир. И черешня здесь по 8 лир. В общем, цены на черешню от 5 до 10 лир. Картошка подорожала, была рубль, лиру 50, стало 2. Лук. В Турции очень любят лук. Килограмм стоит лиру. Картошка вот такая вот. Свежая картошка 2,50. Лира 50. Я мур брагу. Эрик. Абрикосы 3,50. Помидоры 2,50. И огурцы тоже по 2 лиры. Опять здесь много всяких разных специй. Вот, кстати, чаи. Кто хотел чаи? Но странно, они как-то лежат, на них очень много пыли, мне кажется, собирается за день. Лучше покупать в упаковке. Кукуруза. 10 штук 5 лир. И вареная кукуруза, самая вкусная. Очень людно на рынке, очень жарко. В общем, все стандартные фрукты, овощи здесь есть. Дыни. Вчера мы с Айханом тоже купили дыни. Вот эти вот дыни. Штука стоит 5 лир. Очень сладкие и сочные. Черешня 7 лир. Я думаю, что вот здесь вот мы ее и возьмем. Абрикосы 6 лир. 5 лир. И цены на бананы упали.
бананы стоят 3,50 и 4,50. И вот такая черешня 10 лир. Не знаю, в чем разница. Рядом 7 лир. И рядом же по 10 лир. Почему такая большая разница? Не знаю, может быть, из-за размера. Опять специи и арбузы. Дошли мы наконец-то до арбузов. Арбузы тоже подешевели. Штука 10 лир. Достаточно крупные арбузы, но еще не очень большие. А здесь килограмм 2 лиры. Вот эти вот дыни, кстати, очень вкусные. Они такие маленькие, но самые вкусные дыни это вот такие вот. Это мне Айхан сказала, мы их всегда покупаем. Маленькие помидорчики по 2 лиры, абрикосы 3, дыни по 3, свежевыжатый сок лира, 1 евро 5 лир, свежевыжатый сок 5 лир. Много разных специй, много лукума. Различные чаи, сувенирные наборы. Лира, так. Лира. И показывают, как пользоваться этой штукой, которую перец молят. Помидоры зелено-красные. Перец по 3 лиры. И по 2 лиры грейпфрукты. Лимон 2,5 лиры и черешня по 8,50. А сейчас мы идем к стендам, где бабулечки торгуют. Огурчики 1 лиру, у них все всегда дешевле. Помидоры 1,5 лиры. Кукуруза, помидоры, перец. Кукуруза. Сыр. Сыр домашний. Вот такие вот цены на рынке. Все на ничего не соберется. Кайсы мы, шефтали мы, керас мы. Нектарин банденчик. Нектарин мы керас. Шефтали отчей. Öyle mi? Evet, şey oluyor. Çok çok insanlar böyle, neden? Bilmiyorum, bayağı deli bir şey geliyor. Ha. Многие, кстати, не любят в Турции персики, потому что у них такая интересная оболочка. Кожура такая ворсистая. Ну, а вместе мы любим, конечно же, нектарины и черешню. Поэтому, друзья, вы увидели все цены, теперь вы знаете, что есть на рынках. На рынках есть все, наступило лето, поэтому добро пожаловать в Аланию, приезжайте, отдыхайте, кушайте свежие фрукты и овощи, ну и, конечно же, наслаждайтесь этим городом, гуляйте побольше, плавайте в море и загорайте. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.